Сегодня в областном апелляционном суде планировали рассмотреть жалобу прокуратуры по делу о пожаре в лагере «Виктория». Суть – отмена решения Приморского районного суда, который отпустил директора лагеря на свободу под залог 128 тысяч гривен. Однако заседание не состоялось, его перенесли по ходатайству адвокатов директора лагеря Петроса Саркисяна. Защитники сообщили, что их клиент сейчас находится в больнице. Кроме того, просили проводить дальнейшее рассмотрение дела в режиме видеоконференции. Суд удовлетворил ходатайство частично, перенеся суд на 27 ноября. И вот меня смущает то, что 2 месяца прошло и ни одного задержанного. Как это так? Вот скажите. Вы верите, что он болен? Нет. Как прокурор, так и пострадавшие уверены, что процесс затягивают намеренно. Саркисян с первого дня следствия не дал ни одного пояснения или комментария. Прокурор также добавил, что в суде интересы Саркисяна представляют сразу 3 адвоката. А такого количества защитников достаточно, чтобы донести позицию подозреваемого и рассмотреть дело без его присутствия. Мы уважаем, что мы мали возможность рассмотреть это клопотание за участие защитников. Але суддя вирішив перенести засідання. На вашу думку, це є певне затягнення часу, як ви вважаєте? Я вважаю, що так, тому що підозрюваний не дає показів, він не сприяє слідству, тому думаю, що це так. В свою очередь, один из бывших сотрудников «Виктории» заявил, что Саркисян неоднократно отстаивал интересы лагеря, пытался сохранить территорию от застройки, а также посодействовал замене старых домиков 50-х годов на новые деревянные и якобы не виноват в случившемся. Соседняя территория была продана, там уже сейчас стоят 2-этажные коттеджи. Соответственно, этот человек посодействовал так, чтобы эта территория сохранилась в государстве. То я всегда буду стоять на стороне Саркисяна, потому что непосредственно этот человек я знаю. Этот человек меня принял на работу.